Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в Skyrim. Мы продолжаем наше путешествие с нашей замечательной Ольгой. Так, проходим мы на уровне мастер. Так, в прошлой серии, короче, мы закончили на том, что прошли какую-то туманную или какую-то там пещеру. Вне серии я переместился в Вайтран, кое-что взял в Вайтране, также изучил кузнечное дело у кузницы этих соратников, да, кузницы соратников. Немножко обучили кузнечному делу. Так, ну я выложил кое-что лишнее в особнячок и взял все в этом сундучке. Так что сейчас давайте приступим к улучшению нашего особняка. Так, мы хотели построить оранжерею. Давайте приступим. Все необходимое я взял. Так, фундамент. Так. Верстак нам здесь пока не нужен. Все. Оранжерея готова. Замечательно. Так, кстати, давайте, дорогие друзья, немножко улучшим, так сказать, нашу одежонку, нашу броню. Надеюсь, вы не против. Так, полоски кожи. Так. И что у нас получается? Я переделал нашу броню на мини. Так. Вот. Оружие, перчатки. Мини. Также сапожки и сама броня. Окей. Ну, кое-что я оставил от прошлой брони, чтобы, так сказать, класс брони у нас был повыше. Ну вот, вот такая вот у нас броня получается. Орочья броня. Ладно. Заходим. Ну что ж, пойдемте делать нашу оранжерею. Надеюсь, все необходимое у нас с собой. На будущее буду лучше тренироваться. Так, вот она. Будущая оранжерея. Давайте глянем. Так, блин, давайте сохранимся. На всякий пожарный. Окей. Так, ну поехали. Так, не знаю, их все делают или не все. Оба, вот у нас горшки появились. Маги все родили, только и думают о политике. Так. Синод пока все хорошо. Слишком заняты защитой своих секретов, чтобы заниматься их и обучением. А? Неплохо. Иногда
скажешь, понять людей так приятно. Так, что у нас? Освещение обязательно. Так. Допустим. О! Блин. Да получается у нас здесь будет, здесь и здесь. Даже не знаю. Ну-ка, давайте перезагрузим. Я думаю, в центре не стоит делать. Типа мешаться будет. Так, горшки мы делаем все. Так, а вот, вот эти сделаем только две. Вот так вот. Так, полки. Вот эту штуку. Вот эту штуку. Окей. И... Что мы у нас? У нас получается красота. Сейчас мы сможем уже высаживать наши растения. Замечательно. Вот так вот лучше. Чтобы было пространство. Окей. Так, как обычно, для кинжалов. Все, давайте посмотрим, что мы сделаем дальше. Так. Так, давайте сохранимся для начала. Так, поехали. Так. Чего у нас не хватает? Угу. Железные слитки, полоски кожи. Хм. Так, квадратный. Давайте сделаем вот эту хрень и вот это. Ага. Так, ну-ка, подвинься, Атар. Так, вот эту хрень тоже сделаем. А? Сколько у нас всего, а? Так, здесь как-то пустовато. Ты замечательный друг. Нет, наковальню мы сделаем в подвале. Нет, мы уже, по-моему, сделали ее. Да. Так, замечательно. Так. Манекены мне нужны добавить. Во. А? Красота. Здесь, я думаю, может, не стоит манекен делать. Пока не будем. Ладно, давайте. Что мы еще сделаем? Этот комод. Блин. Я бы хотел сделать, конечно, верстак. Но мне надо железный слиток. Блин. Железный слиток. У нас здесь его случайно нету. К сожалению, нету. Блин. Обидно, обидно. Ладно. Значит, в следующий раз. Так, давайте немножко прокачаем кузнечное дело. Я взял тут немножко безупречных камней. И золотой слиток. Давайте. Немножко прокачаем кузнечку. Так, кстати, вот. Я сюда повешал
нашу бывшую броню, черный коготь. Эти три вещи я на этот манекен повешал. И вот такая хрень получилась. Не знаю. Какой-то баг. Мы можем, только дайте нам шанс. Так, делаем камушки, камушки. Так. 79-й сосов. Докачаем до 80-го. Хорошо. Ну все. Хватит пока. Так. Блять. Опа. Ладно. Один уровень хоть. Подняли на один уровень. Так. Надо подумать, что мы будем сюда складировать. Ладно. Кстати, я сюда выложил кое-какую одежду. Вот. Броню изгоев. Не хватает только этих наручей. Так, ну давайте повысим уровень. Давайте здоровье. Так, алхимию давайте. Так, а что у нас с зачарованием? 73. А нам нужно поднять его до 70. Ой, до 80-го. До 80-го. Угу. Чтоб мы могли зачаровать броню и оружие целых на две магии. Это будет круто. Так. Давайте. Я хочу алхимию. Алхимия. Так, вот она, вот она. Так. Улучшенная лаборатория, вот. То, что мне надо. Берем. Теперь мы можем улучшить любую лабораторию. И я хочу улучшить вот эту. Да. Царга уверен в себе не просто. Так, что у нас? У нас как бы ничего нету. Так, пойдемте зачаруем наши колечки. Так, где у нас пентаграмма душ? Так, сюда я, кстати, выложил сет Азидала. А, кроме наручей. Похоже, я наручей забыл. А так у нас все тут. Колечки Азидала. Короче, все. Кроме наручей. Так. Статуя Дебеллы у нас тут стоит. Хорошо. Так, мы можем безупречные камни на улучшение кидать. Чтоб еще лучше зачаровывать. Так. Что мы можем зачаровать? Колечки я хочу зачаровать. Чисто для прокачки. Зачарование. Так. Угу. Прокачаем зачарование.
Так. Окей. 75-й хотя бы. Так, вроде все, да? Угу. Так. Я хочу наш молот зачаровать, сука. Давайте зачаруем. До меня только один слух дошел. Какой-то пацан по имени Авентус Эритина в Винхельме пытается связаться с темным братством. Угу. Так, берем великий камень. Оп. А давайте зачаруем, короче, полностью броню нашу. Оручью броню. Фиг с ним. Так. Берем камушек. Еще камушек. Еще камушек. Окей. Давайте что-нибудь перекусим. Окей. Сохранимся. А то вдруг что-нибудь я перепутаю. Ну, Атар, не мешайся. Отвали. Ух. Так. Голова, тело, оружие, щит, украшение. Ну, для начала тело. Иногда ж понять людей так приятно, да? Да-да-да. Так, где наша броня? Так, повышение здоровья. Окей. А на западе лежат белые мульскиги. Внутри, говорят, есть стена, черная, так, как ночь. И она разговаривает на древнем языке драконов. Так, давайте теперь сапожки улучшим. Допустим. Так. Переносимый вес мы можем взять. Хорошая вещь. Двуручное оружие. Тоже хотелось бы, конечно. Блин. Так, или двуручное оружие, или переносимый вес. В идеале было бы, конечно, оба взять. Но сейчас мы, к сожалению, не можем. Так. Блин. А руки, ноги мы пока не можем. Херово. Ну, допустим, сапожки. Кулаки одно дело, но если переносимый вес кинжал, на 23. Двуручка на 20. Неплохо. Мы путешествуем. Давайте налегке и можем сбежать в любую минуту. Зачаруем на 20%. Я думаю, это неплохо. Окей. Оружие. Погнали. Так, наше оружие я хочу зачаровать. О, паралич. Не было бы неплохо, конечно. Будем надеяться, что даже если драконы существуют, они малочисленные и добры. Так. Урон огнем. Давайте возьмем. Окей. Так. Наш пояс. Что мы можем делать? Повышение здоровья. Хорошо. Так, наши рукава.
Повышение магии. О, повышение алхимии. Двуручки. Ну, давайте. Ты очень храбрая женщина. Ой. Но я это уже знаю. Рукава. Двуручное оружие. На 20%. Класс. Отлично. Так, давайте вот эту хрень. На повышение здоровья. Во. На 31. А почему? Офигеть. Это круто. Так. Пояс. Мудрый торговец всегда ищет возможности. Так, так, даже так, если так. Для этого приходится ехать за 3-9 земель. Регенерация магии. Давайте повышение здоровья. Тоже 31. Замечательно. И посмотрим, что мы сможем на наши наручи сделать. Повышение магии или опять двуручное оружие. Нет, давайте переносимый вес увеличим. Ну, хотя бы так. Пойдет. Хорошо. Выкладываем лишние вещи. Так, автосохранение. Угу. Так, бриллиант, гранат, изумруд, рубин. Аметисты нам нужны. Так. Окей. Ага, великий камушек. Хорошо. Немножко улучшили себя. Давайте сварганим немножко зелий. Так. Повышение здоровья мне надо. Что-то крыло Мономаха, что-то маловато будет. Так. Чё у нас, нихера нету, что ли? Офигеть. Ха. Приехали. Яйцо Оригмы, вообще только 3 штуки. Жидко. Бойцовский гриб тоже 16. Блин. Мы ни хера не можем. Кстати. По-моему, лютый гриб. И светящийся гриб. У нас есть такое? Похоже, нету. А, нет, есть. Лютый гриб. Так, и светящийся гриб. Ага. И сейчас у нас должно получиться необычное зелье. Оп. Окей. Кузнечное дело. Это круто. Кузнечное дело. Черт, у нас же нету здесь. Верстак я еще, к сожалению, не сделал. Ладно. Так, выкладываем, короче, все лишнее. Что у нас лишнее? Блин. Долбанные дневники, записки насчет тусуются.
Если тебе понадобится. Так, что у нас лишнее? Золотые слитки. Так, карандулы. Ладно. Окей. Так, немножко водички наберем. Так, надеюсь, я ничего не забыл. Ну-ка, что у нас с оружием? С оружием у нас все прекрасно. О, да. Сейчас будем всех калашматить нашей стеклянной булавой. Так, давайте, может, оденем вот эти наручи, чтоб атака двухручным еще лучше было. Так. Ого. Повышенная стрельба. Так. Нам нужно продавать колечки. А, щит. Точно. Я хотел этот щит Джизарга дать. Так. Ладно, пока улучшать его не будем. Джизарга слышал про... У Джизарга всегда много места. Так, держи. Надеюсь, тебе он пригодится. Ой. Что я делаю? Что я делаю? Держи. Веди, дружище. Хорошо. Ну, сейчас, дорогие друзья, я предлагаю переместиться в Рифтен. Возьмем кое-какие квесты. Так, продадим краденые драгоценности. Потому что они мне заколебали уже. Мешаются. Так. Выкладываем все лишнее. Так. Окей. Теперь мы свободны. Вот они для... Так, какой у нас класс брони? Что-то маловато. Странно. Я думал, у меня больше будет. А. Ага. Блин. Ладно, чё. Хотя бы так. Так. Может, по пути давайте Ривервуд. А лучше, конечно, Вайтран. Ладно. Погнали, Вайтран. Продадим колечки. Окей. По-моему, как раз расцветает. Рассвет. Так. Хайджиты. О. Здорово. Да. На
Надеюсь, ты по делу. Он что, в качестве охранника у них тусуется, да? Что ли? Хм. Охраняешь товары, каджитов? Инструмент, оружие, все по хорошей цене. Каджит рад и тебе, и погляди. Давай поглядим, что у тебя есть. Так, лунный сахар я возьму. Так, безупречный гранат. Нет. Я, наверное, лучше великий возьму. Блин. У нас денег совсем мало. Так, камушки. Так, обычный мне пока не нужен. Ну, давайте еще великий возьмем. Вот так вот. Ладно. Продаем. Оп. 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 Хорошо. Пусть дорога приведет тебя в теплые пески. Так, можно не торопиться. Еще слишком рано. Магазины еще не открылись. Так. Ну, давайте, как обычно, потихонечку прокачивать иллюзию. Ну, что так долго-то? Осторожней с огнем. Так. Если только лучшее оружие и броня. Орехалковый мне нужен. О, беру. Если что понадобится, загляни в магазин. Так, дай-ка мне. Почему мы остановились? Полено. Что ты хочешь забрать? 4 штучки. Благодарю. Пошли. Не торопись. Добавим стрел. Хорошо. Так. Ну, я так полагаю, магазин еще закрытый. Да. Ладно, давайте подождем часик. Так, кстати. С тобой рядом всегда веселее. Скайрим и Эльсвейр — полная противоположность. Да тоже, что и все прочие. Говорят, в Эльсвейре все не так, как в Скайриме. У них там джунгли и пыльные пустыни. Да, каджиты зарабатывают, путешествуя. Не просто это, наверное. Что печально. Никто не хочет видеть их в своем городе. В основном из-за репутации. Многие каджиты зарабатывают на жизнь воровством и контрабандой. В каждом стаде найдется паршивая овца. Ну, ты понимаешь. Mm-hmm. Так, а ты что скажешь? Солдаты шляют. Нужно
что-то. Ладно. Открыто. Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. Все продает. Погляди. Так, что у тебя есть, дружок? Так, железную руду? Нет, не стоит. Надо зайти в какую-нибудь шахту и добыть железную руду. Так, ничего такого я у тебя не вижу, дружок. Зелье возьму. Так. У нас зачарование алхимии, по-моему, должно быть. Я же что-то такое брал. Блин. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Держи колечки. Оп, оп. Все. Окей. Ладно. Заходи еще. Обязательно зайдем. Так. Давайте, дорогие друзья, зайдем в зал мертвых. И прокачаем нашу Ольгу. Так, зал мертвых, где он? Вот он. Стой здесь. Прямо тут? Да. Очень хорошо. Джзарга подождет. Вот и жди. И ты тоже. Татар. Почему мы остановились? Хорошо, я постою на страже. Окей. Никого не впускай и не выпускай. Забрести куда не следует. Ага. Обратно. Наша бывшая напарница Сабрина. Иллюзия потихонечку повышается. Кстати, мы уже у него квест брали. Я столько времени провожу с покойниками, что из-за этой ужасной войны я еле справляюсь. Я жрец Аркея в Вайтране. Наверное, мы уже выполнили. Слово, когда выпадает возможность. А пока что... Так, давайте... Попьем, приготовимся к битве. Все время уходит на тех. Так, берем щит. Сейчас будем прокачивать блокировку. Хоп. То этот мир уже покинул. Опа. Так, и восстановление берем. Так. Погнали. Ага. Сохранимся. О! Пошла прокачка. Так, погоди. Давайте еще одного. Ауч. Давай еще один. О. О. Трое. Прокачка пошла. Хорошо.
меня зажали. Ауч. Больно. Ну что, дорогие друзья, не буду вас томить. Я пока сделаю паузу, чтоб не тянуть время. Ауч. Так, дорогие друзья. Немножко прокачали до 51 уровня. Зашибись. Пора их кончать. Сука. Пошел ты. Кстати, надо забрать душу. Ой. Не та кнопочка. Оп. Ауч. Пощадите меня. На, сука. Так, что у них? О, рубинчик есть. Давай, подходи. На. На. Ну что, на колени, тварь. Последнее слово. Окей. Прокачали. Повысили еще один. То есть получили еще один навык. Хорошо. Замечательно. Ага, костная мука. Окей, можно уходить. Так, берем опять приглушение шагов. Сабрина. Ну чё? Как дела-то? Аккуратней. Ты же не хочешь никого сжечь. А вот эту синюю бабочку я возьму. Она нужна для зелий с зачарованием. Мы идем? Ну да. Так. Веди.
Пошли. Зарга готов к новым приключениям. Окей. Ладно, прокачали зелье. То есть колечки продали. Теперь нам нужно вздремнуть и отправимся в Рифтон. А, кстати, да-да-да. Надо попробовать карманные кражи прокачать. Только вот где? Фиг его знает. Так, в алхимичке точно. Ингредиенты надо взять. Точно, я вспомнил. Что-нибудь подходящее. Позови меня, если... Так, а что у нас с переносимым весом? 450. Угу. Вот так-то неплохо. Так, у нас же что-то есть, да? Увеличивает переносимый вес. А! Это фигня. В основном на все атака двухручным оружием, в основном. Вот, наручи повышают. А, они у нас сняты. Ха. Понятно. Так, ладно. Забираем все, что можно. Вид у тебя бледноватый. Наверное, это атаксия. Да не ври. Как не приду к ней, она все время одно и то же болтает. Атаксия, атаксия. Я здоров, как бык. Ветерана войны нужно уважать. Замечательно. Затарились. Ага. У меня есть средства от всех болезней. Стых и не очень. Если чем могу помочь, говори. Так. Много ты навоюешь маленьким ножичком. Мечу нужен вес. Чего? Сейчас допиздишь. Оп. Извини мою наглость, но, по-моему, у тебя все признаки гремучки. Смени пластинку. Так, ну что, новый уровень. Давайте возьмем опять здоровье. Так, а вот куда мы его кинем? Пока никуда. Оставлю его. Так. 12 часов. Как следует, поспим. Так. Ага. Так. Зарга отправится в любое место, где сможет научиться новому. Пусть даже в сам Обливион. А, здесь у нас когти. Угу. Так, здесь у нас волчья броня. Хм. Так, стальная, стеклянная, какая-то хрень всякая. Прикид у него какой-то странный. Потом надо будет его переодеть.
Так. С оружием у нас, по-моему, все прекрасно. Так. И сейчас сохранимся. Так, давайте подумаем, где мы можем прокачать карманные кражи. В таверне вряд ли. Кстати, у нас еще квест добыть крапивник. Тоже надо выполнять. Так. Я даже не знаю. Давайте попробуем в храме что-нибудь своровать. Так. Тебя что есть? Ничего. Так. У тебя что? Ничего. Упс. О. Колечко. Давайте. Скоммуниздим. Так, вероятность успеха карманных краж. Одеваем. И поехали. Оп. Черт. Спокойно, Джизарга. Не получилось. Ладно. Так, давайте попробуем залезть в какой-нибудь дом. Например, вот здесь. Чё? Стражник идет. Привет. О. Хочешь народную нордскую мудрость? Чтобы узнать, но по-настоящему, напейся с ней в стельку и поделись. Блядь, нас кто-то видит. Так, ты что скажешь? Такое удовольствие с головой окунуться в приключения или роман. Боги улыбаются тебе, друг. Так, это что у нас за хата? Дом серой гривы. Короче, ладно. Да я не... Перемещаемся. Может, что-нибудь в Рифтоне у нас получится что-нибудь украсть. Так, у нас 47-й пока. Жидко. Я вот думаю, наверное, когда дойдем до 60-го, тогда можно переключаться будет на легенду. А пока что на мастере. Помогите кто-нибудь! Блин, опять воры опять, да? Беспокоят. Так, йоу, мужик, куда побежал? Хочешь что-то спросить? Счастливого да блин. Пути, путешественник. Я тебя уничтожу. Стальные стрелы. Мы разгромлены. Отступай. Бедный вор. Напрягись, друг. Да, смерть неизбежна. О.
Легкая броня. Так, давайте что-нибудь перекусим. Окей. О, соль. Хватит. Ну хватит. Валить его, сколько можно. О! Это же Зарга, красавчик. Вот теперь точно смерть неизбежна. Это факт. О, нет. Только не это. На кого они поперли? Черт, Зарга. Ну как так? Твою мать. Некоторые думают, я дурак. Они получают в рыло. Я тебя понял. Так. Давайте еще раз попробуем. Твою же мать. Окей. Так. Виноград. Бородатый мох. Так, давайте что-нибудь опять же перекусим. Так. Да сделайте же что-нибудь. Помогите, лучше пойду по добру. Так, я вот не помню, мы у ней квест брали, нет? Блин, опять. Эй, смотри, что творишь. Я так понимаю, ты отвлекаешь меня по делу. Семейство Черный Вереск всегда сотрудничает. Скажем прямо, гильдия обязана своим выживанием моей семье не меньше, чем своим собственным людям. Ну что ж такое? Такое. Так, продолжаем, дорогие друзья. К сожалению, игра вылетела. Ну ладно, ничего страшного. Это Skyrim. Так, давайте на причал сходим. Хочу взять квест у одной ящерицы. Так, а вот и причал. Так. Тут, кстати, можно затариться солью. Нет. Чё? А вот и она. Ты возьми словарь. Избавь меня от этой ноши. Ты возьми словарь. Избавь меня от этой ноши. Давай, возьму, чё. Воспоминания. Я не могу этого выдержать. Забери их от меня. Верни в Аванчинзел. Прошу, забери у меня словарь. Да хорошо, пойдем. Хорошо, давай, забери, я возьму. Его сейчас же. Я согласен, ладно. Тебе обязательно нужно отнести его в Аванчинзел. Это на западе. Верни его им. Он должен вернуться на свое место. Хорошо. Окей.
Вот этот квестик я и хотел взять. Потому что после него, я так думаю, у нас должна повыситься класс брони. Блин. Я думал, я могу тут брать. Похоже, нет. Ты посмотри. Я ничего не могу брать. Хм. А я помню, что я... Я могла бы его там и оставить. Я могла бы положить его туда же, где лежал. Да я положу, ладно, ладно. Раньше я помню, брал здесь. Наверное, для этого нам нужно обрести... Ну, купить дом. Здесь, в Рифтоне, наверное. Или стать таном Рифтона. Тогда сможем, наверное, брать... А пока нет. Ну ладно. Хотел затариться солью. Нет уж. Облом. Так, мужики. Тут, кстати, вон тот чел. Я хочу с ним поговорить. Здорово. С тобой все в порядке? Ага, что случилось? Почему ты так считаешь? Если честно, я не понимаю, о чем он болтает. Какого рода легенды? Some say a wealthy bandit lord hides out in it, quietly contributing to the crime in Riften. Some people even say that deep within the mines there are Dwemer ruins, full of all sorts of automatons, just waiting to slay whoever enters. On my way back from my walk, I passed the mine entrance again. I heard all sorts of horrific noises. I reckon something happened to those men. Anyone going to those mines is up to no good. Now I've asked the guard to take a look, but they just ignore me. I need someone to see what's happened. Would you go look for me? Please, if they're planning something, just... Please, please. No, please, go check for me. Хорошо. Я разберусь. Окей. Вот и взяли мы квест. Полискар. Пожалуйста, мне всего Септима нужен. А я больше не могу здесь. Возьми, возьми. О, спасибо. Да благословят боги твое доброе сердце. До встречи. Так. Я так понимаю, ты отвлекаешь меня по делу. Тут где-то был, помнится, тайник. Воровской тайник. Где-то вот в этих бочках. О, соль. Это я возьму. Замечательно. Где-то тут был тайничок. Зашибись, затарились. Замечательно. Самоцветы, зелья,
экзотические ингредиенты. Вообще прекрасно. Тут где-то вот он. Тайник вора. Безупречный рубин. Ага. На продажу возьмем. Окей. Хорошо. Надо запомнить, что он здесь. Так. По идее, я бы хотел, чтобы там лучше бы аметист был, а не рубин. Так, и мы еще, дорогие друзья, забыли взять огненную соль, чтобы ему отдать. Ему надо 10 штук огненной соли. А я забыл. Так, синий дворец нам не надо. Пойдемте избавимся от краденого. Так, это я возьму. Это я возьму. Да что ж ты бы сделал? Так. Давайте сохранимся, а то мало ли игра опять вылетит, не дай бог. Ха. Так, кстати, я забыл убрать расплывчивость. Так, что тут у вас есть? Я немножко похозяйничаю, надеюсь, вы не против. Вот это круто. Хороший кинжал. Хм. Я возьму. Так. Возьмем какой-то крутой напиточек. Че скажешь? Капуста. Снежные ягоды. Отлично. Ага. Себе не просто так. Так, иди сюда. Есть разговор. Я к ним пришел где-то лет 10 тому. Небольшой клан, человек 20. Мы нападали на деревню, грабили караваны. Но им прям нравилось убивать. Не пойми меня неправильно. Первые пару лет с кланом были лучшими годами в моей жизни. Можно было жрать до отвала, пить до одури, тащить в кусты любую бабу. Да, хорошие времена были, да? Как-то весной мы напали на караван. Пара повозок, вроде как крестьяне, переезжали на новое место. Они не больно-то и сопротивлялись. Пара мужиков всего. Остались только бабы и дети. Тогда вождь нашего клана, Гартек, он приказал их всех убить. Угу. Нет, обычно мы их отпускали. Я отказался, и Гартек приказал пришить и меня заодно. По счастью, у меня в клане уже были друзья, которые... Мы рвали друг друга на куски. Когда все кончилось, оставшиеся просто пошли себе в разные стороны. Я ставил его башку на пике посереть разграбленного каравана. Жестоко. Не знаю, что стало с остальными выжившими из клана. Небось, устроились где-то, как и я. Угу. Сходи, подерись, что ли? Подраться? Да не. Я не любитель драться. Так, это у них сокровищница. Че? Слушай,
Если я и хамила тебе раньше, это просто потому, что так принято с новенькими. Понимаешь, о чем я? Хорошо. Увидимся в Индии. Я тебя понял. О, бифштекс из Харкера. Нужно что-то? Жрачку. Возвращаешься с заданием? Надеюсь, все прошло хорошо. Так, неплохо тут у вас. Да. Да. Ну. Возвращаешься с заданием? Надеюсь, все прошло хорошо. Так, картофан. Так. Где тут буйная фляга? А вот она. Так. Буйная фляга. Бриньольф, да? Ха. Дай подумаю. Он тебя подобрал на улице и засунул в самое пекло, даже не объяснив, где верх, где низ. Я прав? Нет, ты не прав. Так, где тут продавщица? Вот она. Если тебе нужна работа, обратись к Векс или к Делвину. Заплачу по обычному тарифу гильдии. Давай-ка посмотрим. Так, давайте-ка посмотрим, что у тебя есть путного. Эбонитовый топорчик. Так, краденые вещи давай. Избавляться. Оп. Оп. И камушки. Так. Кинжал еще надо. И избавиться от кинжала. Так. Это я не знаю. Может, отдать Джизарга лучше, наверное. Джизарга. Джизарга слышал про посох Магнуса. Когда ты закончишь... Да мы уже договорились, друг. Он твой. Я обещаю. Так, твою мать. Железная фурнитура? Забыл выложить. Твою мать. Как так? Так. Держи кинжал. Я думаю, тебе он пригодится. Веди, дружище. Оп. Опа-на. Молодец. Ну что ж. Ну-ка. Может, он что-то скажет? Так это ты протеже Бриньольфа, да? По мне, ничего особого ты из себя не... Одно дело говорить, что у тебя есть воровской талант. И совсем другое его иметь. Тебе не нужна какая-нибудь помощь? К слову сказать, есть такое. У меня есть покупатель, который отличается, так скажем, весьма странным вкусом в литературе и ищет некоторые книги. Угу. Ну и что это за книги? Мне он сказал, что ищет записки сумасшедшего. Писание безумного мага по имени Арандил. И еще говорит, что всего их 4 тома. И их еще попробуй найди. Мой клиент предлагает за них очень хорошую награду, которой я с радостью поделюсь. Заманчиво. Так. А, мне удалось добыть все дневники. Нифига себе. Глазам не верю.
Они уже у тебя. Да. Прикинь. Вот, возьми. Думаю, это достойная плата за труды. Рочи, боевой. Не знаю, как остальным, но мне всегда приятно видеть новое лицо. Прежде фляга каждый вечер была битком. Гильдия тут гуляла. А сейчас что? Последние годы дела идут совсем плохо. Была даже мысль прикрыть лавочку. Люди говорят, что на Хелген... Ну ладно, так, чутьюсь на продажу. Побрякушки, всякая всячина и прочие безделицы. Так, ну соль я у тебя возьму. Так, масло тоже возьму. И все. Больше ни хера тянет. Так, давайте отдадим ему козий сыр. Это что-то у меня до хера его накопилось. Так, что мы еще можем отдать? Да, наверное, ничего. Ладно, бывай. Ладно. Так. Бриньёльф. Ну что, возьмем квесты? Дай подумаю. Он тебя подобрал на улице и засунул в самое пекло. Так, ну-ка, ты что скажешь? Хочешь подзаработать пару септимов? Могу помочь. Так, взламывать замки? Нет, спасибо. Хм, да уж. Этот лесной эльф, он оказался куда умнее, чем я думала. Ты не поверишь, но этот ушлепок набрал себе охрану. Там их человек 8, не меньше. Он словно только и ждет, что мы к нему заявимся. Угу. Ну, на северо-западной стороне острова есть старый сточный тоннель, который выходит к озеру. Я проникла туда через него. Вряд ли он охраняется. Окей. Так, задание брать не будем. Давай, возьми задание, чтобы мы могли славно заработать. Да погоди ты. Так, мы взяли задание. Вот оно. Это начало задания Фальскар. Так, вот, поместье Златоцвет. Я предлагаю двинуться в это поместье. Так, это чё? А? Вернуть словарь. Замечательно. Мы можем идти и в эти две мирские руины, и в эти две мирские руины. Наверное, в следующей серии мы туда и двинемся. Бриньёльф, да? Да заткнись ты. Он тебя подобрал на улице и засунул в... Врать мне в глаза не советую. Это тебе добра не принесет. Честное слово. С другой стороны, сделаешь для меня кое-что полезное, и я к тебе со всей душой. Видишь, такой подход годится для того, кто хочет разбогатеть и еще успеть все потратить. Так что, если не боишься, у меня много разной работы, которая поможет гильдии снова встать на ноги. Да. Посмотри вокруг. Фляга, гильдия, все разваливается. Лет да я бы не сказал. Было народу. Слушай, народ, конечно, считает, что я просто чокнулся, но я тебе прямо скажу. Кто-то или что-то жутко злится на нас. Не знаю, что это за сила, но она выше нас с тобой. Нас прокляли. Даже так? Я тебе скажу, что делать. Мы плюнем в морду этому проклятию и все тут изменим. Вернем старые, добрые времена. Вот ты-то как раз этим и займешься. А ты что, будешь на заднице сидеть? Снова встать на ноги. Ты только спроси, и в итоге вылезем мы из этого дерьма, благоухая, как розы. Так займись этим, мать твою. А, блин. Береги
себя. Рингот нанял опытных убийц. Можешь спросить у бедняжки Векс. Понятно, ничего. Со мной помощники. Много лет назад у гильдии было по гнездушку в каждом крупном городе Скайрима. Никто бы и яблоко не поднял с земли без нашего согласия. А когда тут все стало рушиться, развалилась и вся сеть. А потом лишились и самого главного, того, без чего гильдии не выжить. Авторитета. Когда мы делаем все эти мелкие делишки, мы снова заставляем людей бояться нас. И в итоге, благодаря Мавен Черный Вереск, мы все еще имеем вес в Рифтоне. Если мы войдем в доверие к кому-то важному, выполнив для него какой-нибудь уникальный заказ, мы и здесь получим вес. Но получить такой заказ можно только выполняя мелкие задания, чтобы они о нас услышали. Тогда они свяжутся с нами. Я понял. Так. Если хочешь получить деньги за плоды своего труда, поговори с Танилой. Она с тобой нянчиться не будет, но и не обидит, когда дележа дойдет. Еще советую пойти поучиться. Поговори с Випером, он тебе все покажет. Ладно, бывай. Нужно больше раб, иначе гильдия расти не будет. Да, блядь. 5 автосохранения. Не вовремя. Ну что ж, отправляемся поместье, или как там называется. Так. А, блядь, я могу поспать. О. Ага. Жзарга не виноват. Так, где-то я тут видел у вас спальни. Ну, по-любому же я могу где-нибудь переночевать. По-любому. Блин. Придется возвращаться. Так, спальня у них, по-моему, вот здесь. Но для меня найдется местечко. Кулаки от... дело, но если кто достал кинжал, шутки ну, в сторону. Мать твою. Как так? Блин. Ладно, придется идти в таверну. Так, что тут у вас? Ничего, ладно. Так, сейчас дремнем, наберемся сил. И двинемся в поместье Златоцвет, да? Так называется, по-моему. Златоцвет. Полегче. Подожгешь еще, не дай бог. Так, я думаю, стоит сохраниться. Оп. А, так, кстати, мы здесь еще можем собрать урожай. Ух, сколько всякой жирности летает. Окей. Погнали.
Так, от краденого избавились. Хорошо. Если в кошельке так, монеты, ты, мужик. То ты в нужном... Как ты смеешь приходить сюда после того, что случилось с Керавой? Ага. Вообще-то целых три. По моим личным рецептам. Знаю их еще с той поры. Во-первых, бархатная удача – это смесь черники, меда. Во-вторых, у нас есть башня белого золота. И, наконец, для самых смелых имеется скальный наездник. Огненное вино с сиродильским бренди, флином и суямой. По-разному. Хочешь есть? Что у тебя тут за напитки странные? Офигеть. Ха. Так. Продать мы можем только жрачку, понятно. Проваливай отсюда. Да пошел ты. Так. А, это ты? Опять будешь пытаться что-то у меня вымогать? Так, а ты что скажешь? Ты немного не вовремя. Я оплакиваю утрату дорогого мне человека. Угу. И почему? Моя сестра Лилия покинула нас. Она была девой битвы у братьев Бури. Недавно нам сообщили, что она погибла. Мне тяжело об этом говорить. Возможно, тебе стоит расспросить моих родителей. Вообще-то хорошо, что у меня столько дел на медоварне Черный Вереск. Нет времени печалиться. Угу. Вообще-то да. Мы партнеры с Мавин Черный Вереск. Это я вложил средства в раскрутку ее дела. И пока что дела идут поразительно успешно. Меня даже удивляет, насколько ловко она со всем управляется. Может, мое имя и не значится на вывеске, но в каждой капле этого меда мои кровь, пот и слезы. В переносном смысле, конечно. Мой отец в юности был братом Бури. Мать, жрица Талоса. Она заботится о святилище и наставляет прихожан. Правда, я не знаю, верно ли она их учит. Не стоит думать, что для меня политические воззрения важнее семейных отношений. Просто мне кажется, что со смертью сестры они стали иначе относиться к Ульфрику. И я не уверен, что цели Ульфрика столь благородны, как они считают. Я хотел бы, чтобы эти мои слова остались между нами. Меньше всего я хочу, чтобы мои родители лишились и второго ребенка. Ладно, а ты что скажешь? Если ты за имперцев, нам не о чем говорить. Угу. Лилия ушла к братьям Бури много лет назад, когда в Скайриме впервые начались волнения. Я так ею гордился. Она была девой битвы, исцеляла раненых на поле. И что же? Имперцы убили ее, как собаку, и бросили труп в грязи. Вот почему я не успокоюсь, пока все имперские солдаты до единого не последуют за ней. Они хотят растоптать нашу историю ради какого-то проклятого договора. Земля у нас под ногами пропитана кровью предков. Мы сражались за эту землю и за нее умирали. Мою дочь убили имперские псы, и клянусь Талосом, я никого больше не хочу потерять. Жить за Ульфрика. Понятно. С тобой все понятно. Так. А, опять ты? Опять я. Хорошо. Она твоя. Я покажу тебе... Сюда. Дверь вон там. Может, закроешь ее с той стороны? Чего? Береги себя. Так. Похлебка. Так. Хорошо. Я буду лучше тренироваться. Кролик. Так, поднимаемся в нашу комнатку.
Если тебе еще что-то нужно. Отвали. Это все, что мне нужно. А, хорошо. Выспались. Блин. Так. Все, сваливаем. Пойдемте в поместье. Извини, но боюсь, с ничем особо не могу помочь. Так, колодец. Так, и в какую сторону нам двигаться? Так, короче, нам нужно выйти на причал. Так, вот отсюда мы двинемся. Так. Златоцвет. Так, он там. Ну да. Прямо по курсу. Рыбка. Так, поместье Златоцвет. Так, здесь должен быть какой-то люк. Так, погоди. У нас же задание, по-моему, не отмечено, да? Ага. Вот она. Окей. Проникнуть в Златоцвет через канализацию. Сжечь только 3 улья. Обчистить сейф. Так. Ищем канализацию. Так. Там охрана. Надо как-то аккуратно, чтоб нас не засекли. Так. Давайте сохранимся на всякий пожарный. А то мало ли. Оп. Ладно. Нас пока никто не услышал. Берем нашу колотушку. И пойдемте всех кромсать. Так, потихоньку. Кстати, у нас ничего такого по скрытности, ничего нету. Так, мы можем только переносимый вес увеличить, если оденем наручи, и повысить магию. Карманные кражи.
Ага. Так, где этот долбанный люк с канализацией? Ага. Что это было? А! Черт! Нас кто-то засекает. Черт. Сваливаем, сука. Нахуй. В другую сторону пойдем. Опа, опа, где этот люк долбанный? Оба-на. Легкая броня. Странно. Так, короче. Нам надо узнать, где этот люк находится. Вот он. Я нашел. А где наши напарники? Че, воюют, что ли? Мать твою. Так, значит, люк слева. Пойдемте налево. Опа. Давай, давай, давай. Ага. Замечательно. Так. Так, у нас лампочка-то вообще работает, не работает? О! Да будет свет. Ну чё, погнали, мужики. Оба-на. Ха-ха. Нифига. Круто я их. Дайте ко мне вашу душу. Давай, давай. А-а-а, сука, крыса, а? Я порву тебя пополам. Ух. Ладно. Погнали дальше. Так. Ещё крысы. Ладно, крохотные камни у нас закончились. Угу. Так, затаримся хвостиками. Угу. Так, нам нужно найти сейф какой-то. Так, вот и черный ход.
Ага. Выполнили. Хорошо. Круто, круто. Понял. Это мы вышли на улицу? Как так? Ха. Я не понял. Так нам нужно было зайти через этот люк, что ли? Блять, все. Походу нас засекли. Черт. Блять. Ладно, давайте обратно зайдем. Так, это не порядок. Мы же вроде должны попасть и в само поместье. Или нет? Может, я тут что-то пропустил? Ну, вроде ничего такого я не вижу. Ага. А это что у нас здесь? Ага. Берем. Карманные кражи, это хорошо. Так. Отлично. Но это не поместье. Ладно. Может, я еще что-то пропустил? Сомневаюсь. Ну ладно. Походу... Так, это не то. Это тупик. Все понятно, ладно. Заходим в дверь. Значит. Тихо. Спокойно. Эксперт. Опс. Ну что ж, добро пожаловать в ад. Найти ключ от сейфа. Так, а что если я приглушение шагов? Ой. Оп. Погнали. Так. Никого не видно. Угу. И что тут у нас в сейфе? Бабло. Но воровать я не хочу. Ну, не хочу.
Нифига себе, бочка. Так. Что-то странно. Никого нету. Так, это мы отсюда зашли? Или нет? Да, походу. Так, а здесь что? Угу. Так, а вот это я возьму. Ну и микстура карманника тоже возьмем. Так, спокойно. Так, надо сохраниться. Понеслась. Окей, пошла прокачка. Да мать твою. Отлично, душа моя. Да сдохнет ты уже. Ух. Замечательно. Так, что-то мы опять проголодались, конечно же, как всегда. Так. Что-то ни хера нету. Да блин. Так, что у нас в сундуке? Ну что, встали? Эй, поосторожней. Это ты поосторожней, дружок. Так, нам нужно найти ключ от сейфа. Так,
Это подвал. Это второй этаж. Пойдемте на второй этаж. Так. Так, на этот раз я предлагаю взять двуручное оружие. Чеснок. О-оу. Так, мы можем здесь даже поспать. Что это было? Да ничего тебе показалось. Ну, мать твою, Джизарга, ты красавчик. Мне с тобой не справиться. Классно, мы их. А вот если бы я был без помощников, они бы меня, конечно, уделали бы. Так. Джизарга, да. Ты лоханулся, Джизарга. Ого. Блять. Так, и что мы тут имеем? Какой-то чел. И он на нас смотрит, но не нападает. Ха! Это так, получается, у него ключ от сейфа, да? Украсть мы вряд ли сможем. Ну давайте поговорим с ним. Привет. Бесполезные наемники. Я не думал, что Марвин или Мерсер мне это спустят, но у меня не было выбора. Так, давай ключ. Я не могу. Тогда можно сразу и горло себе перерезать заодно. Ну давай, я посмотрю. Я тебе не верю. Это не ваш метод. Покажи, что ты можешь. Тебе крышка. Нет, дружок, это тебе крышка. К сожалению. Да чтоб вас. Недоумки. Ай, блядь. Так. Две мерзкие, это круто. Сколько стрел? Он что, продавец стрел? А вот это крутяк. Эбонитовый лук. У-у-у. Ключ от сейфа. Ключ от подвала. Нет, мне нужно от сейфа. Окей.
Ай. Ты, ублюдок. Сука. Ладно, пускай развлекается. Пошли они нахуй. Ой, я и без них справлюсь. Так, сейчас нам нужно отправляться в подвал. Так, в подвал. О, черт! Привет! Ух, блюдки. Отдыхай, тварь. А ты чё, крутой, что ли? А. Давайте прокачаем блокировочку. Давай. А. На, сука. Вот и все, нахуй, отдыхай. Так, мужики, вы что там делаете? А, наверху. Так. Давайте немножко разрушение попользуемся. Черт, Зарга, держись. На. Да пошел ты. Тебе показалось, что ты так можешь целый день. Так, этого я обыскал. Так, где наш Атар? Ладно. Ну что, заходим. Подвал. Я тебя порешу. Да ебать ты. Ты дебил, Атар. Черт возьми. Во, займись лучше вот этим. Придурок. Ручка уже 70 уровень. На, ой. Ладно. Так, ключ от подвала. Оставь себе. Все, ты успокоился, кретин? Дебил. Так. Тут должен быть где-то сейф. На, сука. На, сука. На, ой, промазал. Я все еще тут. Молодец. Так. Окей, мы его нашли.
Так. А. Еще какой-то. Канализация, что ли, уже? Так. Денежки нет. Вот свидетельство возьмем. Блин. Автосохранение. Так. Чудеса, в которые я бы никогда не поверил. Случайно мы ничего тут не пропустили? Сгорел на работе. Так, ученик. Ну давайте. Чисто для прокачки. Так. Мне нравится. Моя двухручка. И это... Блять, это выход. И зачарование медленно заканчивается. Надолго хватает. Это хорошо. Почему я не могу взять-то? Так, блять, я опять возвращаюсь. Тихо, не в ту сторону, дружок. Так, ну, пойдемте сюда. Чё у нас здесь? Опять крысы будут? Нифига себе. Обратно вернуться мы уже не сможем, да? А, понятно. Это мы вернулись в канализацию. Ну все. Или у нас еще враги на улице тоже ждут. Сейчас посмотрим. Надо сохраниться и... Будем всех фигачить. Так. На всякий случай. Так, продолжаем. Игра опять вылетела. Так. Соль. Так, нам нужно сжечь 3 улья. Так, нам туда, по-моему. Оба-на. Кто убил курицу? Это не я. Так. Пока я не вижу. О! Нас засекают! Чё, где? Куда, зачем, когда? Твою мать. Красота. Срубил голову булавой. Так. Чё за шум? Оп. Учил новые заклинания, пробовал
новые приемы. Так, а вот и Улья. Так, надо аккуратно их сейчас сжечь. Так. Давайте с одной стороны какой-нибудь. Оп. Оба-на. Нападение. Черт. Ты уверен? Жизарга, давай помогай, мать твою. Пошел ты. Пощады тебе. Ага, сейчас. На. Ну. Что ж ты будешь делать? Ты где там? Я не понял. Что за помехи? Так, сколько мы сожгли? 2. Продолжаем. Оп. Все. 3 улья. Так, это... Шум меня раздражает. Так, уходим. Все. 3 улья. Сгорело. Все. Так. О. Шум прекратился. Хорошо. Помидорчики. Так. Помидорчики. Я бы лучше отправился домой. Ух. Свеер, но выбора нет. Сколько помидоров. О. Так. Соль. Ое. Оп. Нужен ключ. Ага. Привет. А, все нормально? А вы не против? А. Они не против. Они сдались. Окей. Оп. Так, ну давайте. О. Ладно, перемещаемся сразу. Не будем терять время. Так, сейчас нам нужно поговорить с Марин Черный Верест.
Так. Замечательный кадр. Так, бифштекс. Водички. Так, давайте сохранимся, а то что-то игрушка стала вылетать часто. Так, бородатый мох. Так, нам куда? Так. А, вернуться к Бринельфу. Так, а здесь что у нас? Вернуться к Бринельфу. Странно. Ладно. Так. Окей. Сейчас поболтаем с ним. И на этом закончим эту серию. Так, Бринельф. Надеюсь, все прошло хорошо. Здорово. Говорят, Златоцвету досталось. Ага. Отлично, детка. Дай-ка я посмотрю на твою находку. Оренгот продал Златоцвет? Да что это ему в голову взбрело? Он себе не представляет, как обозлится Мавин, когда выяснит, что ее подвинули. Но он еще узнает. Если бы только тут было имя покупателя, а не этот странный символ. Не знаешь, что это такое? Да, Эдра, их забери. Что ж, я поспрашиваю своих и поговорю с Мерсером. А сейчас беги к Мавин Черный Вереск. Она потребовала именно тебя. Ага. Не сильно радуйся, это тебе не в гости к бабушке. Это деловой разговор. Это... Да что ж ты будешь делать? Так. Короче, я поговорил с этим Бринельфом. Так, задание мы выполнили. У нас появился новый квест. Поговорить с мамой Чёрнверест. Но я думаю, с этим квестом уже торопиться мы не будем. Неплохо мы сегодня прокачали нашу Ольгу. Ну что ж, продолжим в следующей серии. Всем спасибо, кто посмотрел. Поставьте лайк. Ну, оставляйте комментарии. Там, может, напишите, куда бы вы хотели отправиться. Каким квестом заняться. Ладно. Всем удачи. Всем пока.